We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring... Всем привет! Вы на канале Funny Yorkshireский Terrier, и в своем видео я покажу покупки из магазина Максима к Новому году. Подписывайтесь на наш канал, тот, кто не подписался, и ставьте нам лайки. Свои покупки хочу начать с напитков. Праздничный новогодний стол не представляю без Кока-Колы, так как в тот момент, когда я росла, Кока-Кола только появилась, и на каждый Новый год мы ее покупали. Это у нас в семье такая, как бы традиция. Купила две бутылки по 1,5 литра. Вот с таким вот Дедом Морозом. Также купила просто пить домой лимонад с лимоном. Конечно, не все мои покупки относятся к Новому году. Также купили две бутылки лимонадов Раса. Лимон и герфрут. Этикетка сейчас новогодняя. Фрукты в саночках. И зеленый лимон и кактус. Тоже этикетка новогодняя. Я алкоголь не употребляю очень давно. И мы предпочитаем безалкогольное шампанское, вино или пиво. На праздники хочется что-то красивое. Поэтому купила шампанское безалкогольное в маленьких бутылочках. По 200 миллилитров, так как дома никто, кроме меня, шампанское не любит, даже если оно безалкогольное. Купила розовое шампанское немецкого производителя, белое шампанское тоже немецкого производителя, белое шампанское итальянского производства и шампанское французского производителя. В этом году как-то получилось, что подарки мы делаем вместе с мамой. Поэтому купили вместе с мамой вот такие вот конфеты от фирмы Пергали. По-русски они будут называться Победа. Молочный шоколад с манго. На сладкий стол купили вот такие вот шоколадки в виде колокольчика. В виде шишечек, микс из разных конфеток, вот такой вот, шоколадки в виде Деда Морозов. В подарок моей сестре купили вот такого вот Деда Мороза и новогоднюю палочку. Я на Новый год купила вот такой вот подарок. Возможно, мы используем эти конфеты на стол. Внутри конфеты ананас, ласточка, пупа и еще какая-то конфетка. Мама мне на Новый год купила вот такие вот желейки-тянучки. Я такие конфеты очень люблю. Купили два набора формочек для выпечки кексов. Один для нас, другой для моей сестры. В этом году подарки у нас минимальные. В набой 120 штук, 60 формочек. У формочек очень красивый новогодний дизайн, 60 палочек. Палочки с новогодним сапожком, машиной, снеговиком и новогодним коньком. Выпекать при температуре 180 градусов. В магазине Кика не было красиво оформленных подарков для собак, поэтому новогодние подарки я решила сделать сама. Хотя кое-какие подарочные боксы я все же Фанни купила. Поэтому купила вот такие вот новогодние открытки. Вот такая вот новогодняя открытка с подарком. Новогодняя открытка с кроликом. Рождественская открытка с оленем, на которой написано «Счастливого Рождества». Очень красивый, яркий шар. И купила вот такие вот целлофановые мешочки, в которые можно сложить подарки.
не только для Фани, но также и для моей сестры. Также купила вот такую вот коробочку со снеговиком. Хотя в магазине были коробочки разных дизайнов, но мне это понравилось больше. Купила, чтобы в нее сложить новогодние бантики и заколки, и чтобы их больше не потерять, так как прошлогодние заколки я все растеряла, остались только бантики. Коробочка вот такая вот. Крышка хорошо держится. Она в виде новогоднего шара можно повесить на елку и, допустим, ребенку сложить туда сладости. И еще я купила красно-золотой дождик, чтобы украсить комнату. Елка у меня всегда будет в красном и золотом цвете, так как я считаю, что цвета Рождества и Нового года красный и золотой. Маме купили зефир в шоколаде, так как она зефир очень любит. Папе купили сушеные фрукты, 150 грамм фиников, 200 грамм изюма, черный шоколад 85%. И еще купили, не знаю, на новогодний стол или до Нового года мы съедим, купили гейфрут помело. Гейфруты очень люблю я. Для новогодних игрушек и гирлянд купили 2 упаковки батареек Duracell по 4 штуки. Кисель малиновый на Рождество. Я всегда на Рождество готовлю кисель. Желе клубничное, так как на Новый год собираюсь сделать чизкейк. Кофейный напиток 3 в одном. Это фирмы кофейный напиток. Я очень люблю. А также купила вкусняшки. Куриные чипсы. 2 упаковки. И куриное филе. Тоже 2 упаковки. Эти вкусняшки я купила для Фани. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Тот, кто не подписался, ставьте нам лайки. А мы вас, Фани, очень любим. Желаем крепкого здоровья и ждем в нашем следующем видео. We won't go until we get some. We won't go.